В 2017-м Персефона Бримстоун сколотила банду изгоев, чтобы победить злого доктора Вавилона и преступный легион. Эти мужчины и женщины предпочли сеульское подполье жизни под гнетом тирании. Сегодня на деньги Ультра они выживают в качестве наемников. Если вы хотите плохих против злых и больше веселья на квадратную милю, может, вам стоит играть в Agents of Mayhem. Cue the action music. Proud to know you, comrade. Thanks again, it's Weston. You want some? Come get some. Далее в Agents of Mayhem. Shall we burn rubber?